Опа, сейчас переведу. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я возвращаю к нам Кейтлин и ее подругу. Я не помню, как зовут ее подругу. И это их первая реакция, самая первая реакция на песню SOS и вообще на Димаша в целом. Ну, поехали. Опа, сейчас переведу. Привет, ребята, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Кейт, и это Миша. И как вы уже поняли по названию этого видео, сегодня я буду делать реакцию на артиста, которого вы просили много-много раз. Его зовут Димаш. Насколько я понял, он из Казахстана. И да, наверное, безо всяких лишних слов, мы, наверное, начнем эту реакцию. Давайте начнем. Оу, у него много фанатов. Он выглядит так мило. Это делает меня эмоциональной. Он поет на французском? Остановись. У него весь диапазон. У него такой красивый голос. Почти идеальный. У него типа оперный диапазон. Он что, безумен? Ты же не ожидала, что он будет петь именно так? Вы знаете, насколько это сложно? Что? Он берет низкий и высокий. Люди могут только мечтать, что он петь как он. Только он просто... Если бы вы не знали, вы бы в жизни не сказали, что это поет только один человек. Вот честно говорю, если бы вы закрыли ваши глаза и смотрели бы, то есть слушали бы это видео, вы бы подумали, что на сцене поет несколько людей. Потому что то, как он поет свои высокие ноты, а потом и низкие ноты, и все переходы между ними, он делает все это так хорошо. Это же безумно. Его переходы и то, как он контролирует свой голос в своем головном, грудном регистрах, а также диафрагму, и то, как он использует свой диапазон, безумно. Я не понял, что она здесь сказала. Возвращайся, мы возвращаемся обратно. Это певец мужского пола, поет это. Вы хоть имеете представление, насколько сложно петь такое? Даже певицам женского пола. Это басистковая нота. Ух, это вибрато.
поет с такими эмоциями. Я бы плакала. Я бы в буквальном смысле плакала. И если бы наблюдала этим живую... Его диапазон... Нет, он этого не сделал. Мы должны вернуться назад. Ребята, у меня мурашки. Он прям касается каждую эмоцию, которая есть у меня. Что это было? Он сделал ран. Я хочу такое на своей свадьбе. Я не могу поверить, что у него есть такой доступ к своему диапазону. Что за... Я так шокирована. Это было нереально. Это было что-то другое. Что? Я только что посмотрела. Овации стоя. Как? Он еще и улыбается. Да, духозахватывающее, мозговзрывающее выступление, если есть такое слово. Когда он поднимался по этой ноте, это не было так, как у других людей, потому что когда другие люди берут такую ноту, сила в их голосе начинает расти, и ноты немного подпрыгивают. Но он брал эти ноты, заходя в свои другие октавы. И это безумие. Он подключается к разным аспектам своего голоса, чтобы выстраивать эти ноты. Свой нижний регистр, средний и высокий. И он все равно смог сделать этот... Ее подруга Миша ничего не понимает. Я даже не знаю, фальцет ли это. А потом он сделал ран. И он сделал этот ран на одном дыхании. Он как бы подключился к своей другой октаве. Я просто так сильно ошарашен тем, как он спел эту ноту. Что? Мы должны заново послушать эту часть. Срыв мозга. Это последняя нота? А, уже что ли? Да. А потом он сделал ран. Да, он сделал ран вниз. Вы знаете, насколько это сложно? Она это уже третий раз повторила. Этот парень невероятен. Он сделал ран и все равно продолжил петь ноту. И то, как он закончил эту ноту, было идеально. И с таким контролем. И с таким вибрато. Что? Контроль, который есть у этого парня, он точно знает, как использовать свой голос, чтобы петь эти большие ноты. Он не просто пел эти большие ноты, он пел эти большие ноты с масштабом, понимаете? И контроль дыхания. Чтобы петь такое, ваш контроль дыхания должен быть экстремально невероятно хорошим. Когда он поет, он берет воздух из своей диафрагмы, а также сзади, чтобы он мог контролировать все то, что он поет. А также впечатляет то, как он быстро набирает воздух, чтобы петь. Чтобы поддерживать такую мощь в голосе. И это безумно. И не только это. А также, когда он поет такую большую ноту, он берет эту ноту и делает ее выше, переключаясь на другую октаву. Я бы просто не смогла. Мой голос сломался бы. Мне бы просто не хватило воздуха. Я бы просто потеряла сознание. Он заставляет все выглядеть очень легко. Он заставил все выглядеть так, как будто он не вдыхал воздуха. Как бы я вообще не заметила, чтобы он вдыхал воздух или как он дышал. Он делал все с такой легкостью. Что? Я просто хочу переслушать последнюю часть. Что? Это было безумно круто. Да, это было феноменально. Его вокальные способности для одного человека, это было просто круто. Он звучал как целый хор.
Но в любом случае, ребята, надеюсь, вам их реакция понравилась. Я добивался ее согласия очень много месяцев, поэтому надеюсь, вы все оцените. И как всегда, всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Вот такая вот реакция получилась. Мне понравилось. Вообще, я перевожу только те реакции, которые мне нравятся, если так подумать. Был еще один такой реакционер, его зовут Лэри Шер. У него первая реакция была такая, скажем так, непонятная. То ли ему понравилось, то ли не понравилось. Непонятно было. Вот, если вы хотите, чтобы я его вернул, просто дайте мне знать, я его верну. Мы вместе посмотрим, что он там думает. Возможно, если вам понравится, я и дальше продолжу его переводить. Ну, а на сегодня у меня все. День был долгим. Я устал. Всем большое спасибо за просмотр. Берегите себя. И всем пока.